Всем привет! Kingdom Rush, да, это он. Это он. Еще такого полтергейста словил, у меня микрофон дергается, такой трясется вот так вот, вибрирует. Я думаю, что за херня? Я его останавливаю, там все делаю с ним, а он все равно вибрирует. Ну, что за хуйня, почему он не может остановиться? Что с ним стало? А потом я разобрался, он у меня присоединен ко второму столу, к этому столу. Как бы спинка стула, ну, облокотилась на стол, короче, прислонилась к столу, да, спинка стула, так, короче, стул подвинули. А на стуле сидел кот и лизался, блядь, ну, лизал свои яички, которых у него нет. И он все вот это вот, вот так вот трес, я думаю, ни хрена себе, блядь. Кот-полтергейст, короче, вот. Хотел с вами этим поделиться. Че у нас тут хоть? Да, не, ну этого мы не будем, да, брать снова. Сейчас возьмем какое-нибудь дерьмо, возьмем дерьмовые башенки, повсасываем, позлимся, потом возьмем что-то нормальное и пройдем. Да, так будет. А чё, почему тут так все странно? Блять, сегодня обновился этот, его, АБС. Он такой странный стал, кнопки такие огромные, надписи. Что с тобой стало, АБС? Ты меня пугаешь. Говорят, нового героя дадут. Ну так его дадут-то после этой катки, а сначала-то нужно как-то до него дойти. Сука. Ох, да не, хорош. Я столько раз его брал, столько раз плевался. Давайте, последний раз. Последняя попытка Джунпая что-либо сделать. Я уверен, что именно сейчас он сможет. Так, эти башенки я оставлю. Эти тоже. Эти... уже. Ну это же артиллерия, да. Ну у меня вроде бы как бы набор отличный. Можно за место этих взять вот этих, да. Ну иногда типа тусовать, да, там. Есть... Я все хочу этих ведьмочек попробовать. Ну настало время, че бы нет, да. Ну точно нету. Эта башня вот заходит везде. То есть она может вытащить любую катку. Тогда давайте, ага, в атаку, да. Бабушек нужно, да, уже? Попробовать. Нужно в жизни попробовать все, и даже бабушек. Сука. Фу, как мерзко звучит, да? Не пробуйте в жизни все. Тем более, не пробуйте бабушек, ну, если вы только не дедушка, конечно. Тогда да, тогда понятное дело, ну. А, ну какие улучшения? Все, город рек. Я что, город грехов, думаю, нихуя себе, блядь. Я в нужное место попал, да? Я впервые вижу таких существ в этом мире. Правда ли это? Нет, они должны быть мудрее этого. Берегите себя, генерал. Мы сражаемся с силами, которым здесь нет места. Опять вода, да? Водичка. Безумец. Ну, конечно, безумец. Но безумец тут такой. Еще раз говорю. На первых двух сложностях на самом деле сложность-то и кончилась. Когда они решили сделать... ветерана обычной сложностью, а еще плюс одну сложность сделать. Почему-то, да, на первых двух сложностях приходилось выучивать волны. А тут не нужно. Тут нужно выучить просто некоторых мобов, которые появляются, и все. Как бы, когда ты о них узнал, да, когда ты понял, как с ними бороться, ты, в общем-то, их и победил. А в предыдущих, ну, в первых двух частях было то, что тебе нужно конкретно узнать, какие мобы, сколько их и, как, и на какой волне они выходят. Тут, да, из домиков будут идти. Как... о, салютище. А, кстати, я думаю, да, тут будет, типа, используй все фейерверки, да, на всех локациях, блядь. Решили не париться. Ну, а, ну два прохода. Это радует. Ну, то, что вот около воды, да, вот здесь вот. Ну да. Ну, конечно, блядь. Я взял, ну, самого лучшего в этом плане. И тут, ну, тут-то хоть есть чем сдержать. А вот тут-то вообще, ну, даже тут, да, есть что-то. А вот тут, ну, просто ноль. Ну, иди сюда. Тут нет, домики никакие не откроются. Это, я как понимаю, у нас китайца, да? Китайца. Не, ничего не откроется. Только фейерверк один был. Ну, хоть тебе и фейерверк дали, а то чё, бля? Это все река, типа, да? И мы идем вверх там, ну, вот так вот. Вдоль реки. Мы же должны к концу реки прийти, не? Или как это происходит? Как это задумано? 30, охренеть просто. Ну, косарь 400, конечно, дают. Но тут даже, вот реально, хер знает, что делать, блядь. Даже эти тут не зайдут. Ну, я думаю, придется делать вот так. А, я их не взял. А, вот так даже, да? Нихуя себе. Сказал я себе.
Ну, это жесть, да. Это прям... Тут артиллерию бы, да? Возможно бы. Тут реально, да? Раз и два. Вот все. И тут по-любому всегда будут идти эти магваи, блядь. Сука, только две точки. И вот в эти две точки тебе как-то нужно уложиться. Ну, получается только так. Вот просто. Expand your senses. Destiny will provide. Они будут типа делиться, и он сразу же двух бьет, да? И тут точно такую же придется делать, это 100%. Потом. Сейчас нам нужно и снизу сдержать. Блять, что-то как-то клавиатура неудобно. Ты че, клавиатура? Будь удобной. Неудобная клавиатура должна быть удобной. Это же аксиома, не требующая доказательств. Вот сюда сделать, блядь. Ну тут по-любому, да, так уже. Ну тут-то хотя бы вот тут можно сдержать, а тут-то пиздец какой-то вот. Просто форменный, я бы даже сказал. Я, ну, тогда вот так вот сделаю, конечно же. Да, и вот так вот. Ну будет у меня хоть одна бабка, ну будет. Должна быть. Ты станы? Давай-ка лучше станы. Станы пополезнее будут, чем... Ну, потому что она и так убьет. Your bases belong to me. Мне, блядь. А, ну тут поставим, да, она же еще не вкачана. 230 надо. А, кстати. Ну, они подходят, да, видите, типа дамажатся, да, ведь, да, в ней? Ну да. Да даже ни в одного не попало, не успевает, они умирают. Во! Ну, этот хоть парочку-то убьет, да? Вау! Ой, все еще нет 230, нихуя себе. Она промазала, реально, блядь. О, убила! Нихуя себе. Удивило. Ну это, блядь, конечно, габелище такая еще, да? А вот два раза не делится, то есть только если один и все. Вон оно как работает. Бля, обидно, да? Не показала, Скотт пытается выйти, а никого нет. Наверное, сквозняков. Да откуда тут взяться-то сквозняку, я не понял. Иди сюда. Но он хоть не такой медленный, блядь. Ага, вот, да. Ты умерла? Ты умерла. Я не посмотрел, тут только тут будут идти? Это что? А, это ты хилишься, точно. Ни хрена себе, думаю, что за эта штука? Что за она? Бля... Control your body. О, нормально, все. А, вот, ну, когда их держат, это, да, скилл этот работает, конечно. О, здрасте. Хуя себе. А сейчас она еще и отхилит, да? Ну, бля, тебя-то мне не хватало, да? В этом замесе все верно. Понятно, бля. А почему самого большого-то? Да не трогай ты его, пусть идет. Лучше вот этих вот потрогай. Да, мы вон, тарелочка его, да, от него избавимся. Тут что будет? Нианы и Магвай, древний маг. Ну, нормально. Это стута будет? Да, беги ты наверх. А, ты вот так не можешь. Реально, вот так вот пойдешь? А ты че не пошел-то? Я тебе сказал, наверх иди. Да, дамажит сейчас.
Ага, что толку-то? А ты тут мог все-таки ходить? Ну ладно. А? Ну типа пропустил и пропустил, да? ХЗ, конечно, что делать с этим, да? Как с этим жить теперь? Ну понятно, короче. Ну тут так и делаем. Тут другого выбора-то нет, оно хоть как-то сдерживало, да? Ну и денежек, да, естественно. Брать это нет смысла. Вот этого можно взять для чего? Да хрен его знает. Ну нет пока, да, денег. Тут у нас что было? А, тут тоже были Магвайи. I don't bite much. Вот насколько я тут, блять, опять вот взял бабок, да, бесполезных, вот абсолютно, да? Вот вообще. А если я вот тут вот такие вкачаю, я смогу? Нет, не смогу, да? Хуяси. Тогда нужно вот тут, да, делать их в целом-то. Почему тогда эту я трогаю? А ну потому что... А, не, ну тогда да, все верно. Не, да, да, да. Типа вот так вот, да? Ну тут-то пропускать их, да, первые волны? И тут-то их бить, типа? Да нет, тут нет смысла для этого. Тут лучше взять все-таки... Не, не магию. Да, тут лучше вот так вот сделать. А вот тут можно магию будет сделать. Ну, типа вот так вот, да. Но. Просто. А, ну тут нормально будет, да, если я сделаю, а потом тут домик сделаю, чтобы сдерживало. Control your body. Да, да, да. Да ты. Нету, да, денег на этот. Нету, да? Ну ладно, нет, так и нет. Да нет, и сюда нет. Так, ну тут раскачаем, мы не будем тут третий. А он вообще был бесполезен на самом деле. Тут нужно делать этих людей, которые поздерживают. О, блин. 190 надо. А вы все не даете, не даете. Ну он типа это, полезный, смотрите, да? Он убивает. Он может. О. Find your center. Не так они жесткие, как, короче, казались на первый взгляд. О, а, это да, это скилл не работает у них, типа. Тут еще и похилиться, ебать нахуй. Блять. Они еще и бедные, без денег вышли на прогулку. Вообще, блядь, как можно без денег ходить на прогулку, да? Это ты заглядываешь в какой-нибудь магазинчик, а там что-то интересное, а ты не можешь это купить, у тебя же денег-то нету. Они явно не подумали, вот вообще. Так, вот тут будут, ага, жрицы, новобранцы, да-да-да, мы помним это все. Они типа не могут, да, использовать этот скилл, когда на воде, блядь, а хуй посмотришь, да, даже неизвестно, что они там могут. А мне все еще не хватает? М-да. Мне надо вот это делать на самом-то деле. Вот здесь вот, да, чтобы стояли. О, станчики, хуянчики, там вот это все. Все, что мы любим, да? И вот так вот, да, сейчас вот это тентаклями жрицу, да? Как вот этих веселых аниме, блядь. Она там в центре, прям в эпицентре любви. Вот тут, ага, новобранец, верховный колдун. Мы для этого вот это все и делали. И по-прежнему это делаем. Можно, да, пока не докачивать. Тут вон так вот, да? Чпокнуть их. И все. И все, блядь. А верховный колдун, мы его тряпочка. Ой, тряпочкой. Тряпочка. Тряпочка. Мисочкой, да. Мисочкой с ним, короче, побалуемся. Ты пока... Бля. Ну ладно. Почти. Почти получилось. О, апнулся, видите, полезный. Был бы бесполезный, не апнулся бы. Хотя убьют, бля. О, подхилит еще наших, да? Тут-то будут не Анны идти, а тут-то древний маг. Ага, вот.
Вот тут надо что-то сделать такое. Блять. Пиздец, короче. Как вы это пропускаете? А, вот так вот. Вы пока иди туда. Вы, короче, вообще, это, идите вот пока сюда. Он там дойдет. Ой, здрасте, кстати. Это, вот тут, да. И Магуай, ну, короче, вот тут надо что-то сделать. Будет. Вот что? Сучка, а. О! Тинтуклем его, да? Вот это вкачаем сразу, да? Чтоб держали. А эти будут за... Блять, да... О! Так, а вы тут вот это, да, держите? Ты тогда вниз иди. Ой, здрасте, кстати, ничего себе, бля. Так, денег 200... Ага, опять пошли. О, у нас тут есть все для того, чтобы это... Ой, ты подхилку им поставил. Не, мы, короче, их так убьем. Бля, тарелка вот тут-то просто. А, вон оно как. Ну, они справятся, да. Сука. Ну вот что тут сделать? Ну давайте это сделаем. Кто будет? Ням-ням. И у... Вас, да? У меня только монитор мигнул, блядь. Ну да, качать надо, чтобы хоть как-то выживали. Ну это... Да, да, вот так вот. И все. Сюда, иди сюда, сюда. Вот качаем. Вас бы тоже, конечно, докачать. О, здрасте, кстати. О! Станьте учеником служителя Белого Лотоса. Вот это да! Вот это я, короче, вовремя сделался. Теперь я ученик. Бля, 230 бы, а? Вот просто, да, вот. Хочется. Ничего так не хочется, как 230. Они все еще, да, все живы, охуеть. Ага, тентуклями там сейчас. Бля, тентакли полезны. И еще скиллы вот эти вот, да? О, два таких! Может быть, больше одного, ничего себе. Expand, да неужели, блядь, кстати. Хуя себе вас там, блядь. Давайте это сильнее, надо еще, да, вот этого купить будет. Что тут будет? Карнавальный дракон? Хуя еще вас там. Такая вот хилится, да? А, вот так вот. Вы, короче, это. Иди тогда сюда. Карнавальный дракон, значит, да? Интересно, блядь. He is finally here. Так, вас, ну не знаю. Они летают, да, наверное, да? Что-то делают. А какие у них сопротивления? Карнавальный дракон. Ой, еба, какой ты длинный. Странный выбор для оружия. Они ведут наши войска, они вводят наши войска в заблуждение, спрятавшись в карнавальных драконах. Невозможно остановить несколько частей. А-а-а. Так, а какой у тебя там? Никаких сопротивлений. Косарь денег. Цок. Реально, да? Несколько... Да. Your bases belong to me. А, так вы вон как это? Ну понятно, да? Что тут делать надо? То. Не знаю. Так как остановить нельзя, будем... Они дешево стоят, и в принципе, да? Да. О, пощекотим их, да? Вы хоть кидаетесь в них? Да, смотри, кидаются. А им нельзя застанить, что ли? Потому что их много или почему, блядь? Колдунов 3, нянов 4, блядь.
Ну я их как бы лучше бы спиздил, конечно, да? Тут надо какую-то тоже, да? А, они в разные места идут, нихуя себе, блядь. Это хуйня, да, какая-то, блядь. Тут надо очень много АОЕ, да, получается? Так, та еще миска. Ну, этих... А, ну хотя этих тоже, да, наверное, можно будет. А, блядь, голову-то не убили. Сюда иди, пожалуйста. Ну ладно. А, ну да, ща миска недоступна, да? Сука. И денег нету. Ну, блять, надо что-то делать, надо как-то сдерживать их. Но это не сдерживает. Я пока спрошу. Я, блядь, надо, да, было за место вот этой делать, как бы вот эту. Your bases belong to me. Ну я хуй знает, все. А сколько вы отнимаете? По две головы, даже одного не убьем, да? Да, короче, сразу не буду мучиться. Мне карнавальные драконы, как бы, да, все попортили вообще просто. Train your mind. Expand your senses. Так, тут они нужны были, ну да, они пригодились на самом деле, но тут нужно, да, вот этих карнавальных, они их, блядь, вообще не по ним, не... А я вкачал, кстати, дамаг по максимуму вот эту хуйню, да, нет, не, не по максимуму, или по максимуму, не, у меня сверху, да, нет, тут у меня он стоял как раз, да, и стратил деньги на этого чувачелоса, который в итоге оказался бесполезный. О, здрасте. Да, мы уже, кстати, это все сделали. Потом... А, мы тут тоже такие же... И это... Да, тут нужно... Угу. Слегка другое делать. Тут нужно по-любому вот такую штуку делать будет. По-любому вот это... Может, ее тут? А вот это вот тут? Да, наверное, так будет лучше. Да-да-да. А вот тут-то мы вот этих сделаем, чувачелосов. Да, тебя убьют там, блядь. Тут аж две чашки просто. Можно этого места сильно не бояться, как бы. А убили все-таки. Так, вот тут, да, надо, да, всякие новобранцы, жрицы. Есть здесь? Есть, отлично. На, тогда вот... Так, ты сюда иди. Ну да, вот это будет качать. Не, сначала нужно вот этих сделать, да. А, быстрее, блядь. Кстати, да, надо было его качнуть. Что-то я, блядь. Давай там, тут тентакли тебя ждут, эй. Да. Во. Нравится ей по-любому. Да по-любому нравится. Я уверен в этом. Что тут может не нравиться? Так. Ну, вот этих, да, по-любому надо делать. Я не буду вот тут стоять. Так, а вы вот, блядь, товарищ, сюда пока идите. Не, вот это сделаем. Вот, не выходи! Ну останься! Чё, дверь открыта. Мне бесит, когда открыта дверь, когда я записываю. Че нервируют, я бы сказал. Ой, кот. Мерзкое кошачье отродье просто.
Самое забавное, что через 10 минут он будет обратно долбиться. Ну быстрее, ну быстрее, ну быстрее, ну быстрее, ну быстрее меня! Так, сверху, да, 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 да. Ну мне пока надо вот этих убить. На этого-то насрать. Да, все, иди наверх. А сверху ни одной чашки, заметьте, но очень мало этих, да? Точек для чего-то сильного. Нет денег. Ну, вы тогда это... Сука. Ну, похер как бы. Он сейчас их быстро, да? И пойдет дальше. А там мы тарелочкой воспользуемся. Услугами тарелочки. На этих надо потратить вот этот скилл. Блять. Your bases belong to from the depths. I don't bite much. Да то есть, блядь! Да то есть! Я отвлекся сверху, да? О, блядь! Your mind. Control your body. Expand your destiny will provide. Find your center. Ай, идите, блядь. I'm the captain. Train your mind. Да чё ты там внизу стоишь, блядь? Стоятель, блядь. Да, нормально эти справляются. Может его не качать, кстати, да? Я как бы реально денег сейчас потрачу, а мне он не нужен так долго, это быстро будет. Реально просто не нужен будет. Блядь, опять не вкачал его. Мне только нажриц, а потом когда в следующий раз? Когда драконы пойдут? И все. Ну да, так и будет. А тратить 230 сейчас нет смысла. Да, и все верно, но. Тогда ты-то сюда иди, да. А, нет, еще не кончились. Тут-то мы... Все так же и делаем. Верно. Нет, только ты вот тут стоишь. А тут мы делаем вот так вот. И качаем ее сразу, да? Ай, да херня вообще. А у вас, блядь, нормально. Быстро приговорят к смерти. Да, да, да. Снизу, ну, пока нет смысла что-то делать снизу. Выходи на тентакли, дорогая. А. Сразу в эпицентре нравится, говорит, люблю. Чем больше тентакли, тем больше люблю, ну. А, это свои хили. Думаю, ничего себе, кто их хилит. Нет, ни одной жрицы, блин. Это он мои хилятся там. А, нормас, иди сюда. Так, вот это докачать. Сверху надо что-то придумать, вот тут-то вот. Ну, сначала это надо докачивать, конечно. Оров нет. О, честно стал выходить так. Он первый раз застеснялся просто. Не, ну да, это я помню, конечно. А потом говорит, да, нормально все, мы уже подружились, говорит, с ним. Буду чаще к нему ходить. Спасибо, конечно. Так, чтобы здесь-то такое сделать, чтобы вот классное, да? Блять. Ну давайте, да. Я туда не докачал. Ну, конечно, нет. Конечно, я это не докачал. Еще бы мне... Ну, в любом случае, она нужна, конечно. Тут-то мы... Не, ну мы пойдем по-любому наверх. Да убей ты, давай их быстро уже. И надо не пропустить на этот раз. Вот, кстати, вот так вот сделаем, да, чтобы слил скилл. Сливайте скилл уже. Во! Ага! И сука, чуть не пропустил, блядь.
Чё, почему ты? Я надеюсь, вы, блядь, не пропустите его мимо. Не, не пропускают. Хуя себе, блядь. Сказал я себе. Так, вот это по-любому взять. Все, тут, в принципе, уже есть какая-то обезопасенная, да, часть. Ну, значит, туда беги. Идут, блядь, три штуки. Вот так вот сделаем, да? Люди что-то так часто появляться стал. Не, ну я как бы не против. В целом-то. А чё вы не кастуете-то? Телепорты вот эти свои любимые. Во! Ты куда? А! Ага. Во! Полезный, а? Смотри, дамажит просто магов. Ням, ням. Ну там все, справитесь, да? Тут еще есть, если что, добьют. Тут тоже... Ой, блядь. Добьете, да? Нет, что ли, не добьете? Но, нормально, справились. Так, вот тут надо качать. Да, 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 именно. И начинать качать вот эту вот. Он, короче, будет жить очень долго на самом деле. И это плохо. Это очень, очень, при очень плохо. Вы же, да, затанкуете его, не будете пропускать, блядь. Ты что, он отхиливается же, блядь? Control your body. Any last words? Бля. Там выживи, слышь? Блять, только не на воде, я умоляю вас. А. Ты умер, да? А вот на этом мы вот эту чашку используем, отлично. Это опять побежал, блять. Давайте вы его убьете. Чё сейчас будут? Ага, пошли они. До 4. Там по 3, да, цели дамажит. Блять, надо вот это было. А, ну я еще могу взять. Так, вы тоже стоите, да, кидаетесь. Все-таки он умер, да? Вау. И денег. А, я тут не вкачал, чтобы денег давали, да? Хотя нас туда было бить, да? Я надеюсь, мне... А, столько не дали. Он так мало даете за них? Реально? Что тут будет? Нианы, верховные колдуны. Они в разные стороны идут. Самое тупое в этом всем. У вас нет, да, никаких сопротивлений? Этот умрет, да? Надеюсь, по крайней мере. А, умер, да? Нормас. Expand your senses. Так, в это подальше отойдите, да, чтобы сейчас, блядь, вас не превратили в этих нахрен. Кто кого первый, интересно, превратит из них? Чекайте, да? Давай. Ну давай. Во. Ща, кто успеет первым это сделать? Что тут будет? Магваи, магваи. Одновременно.
Он овцу хотел превратить в овцу. Вы видели? Вы видели это? Ой, Магуаев-то сколько. Так, ты докачана? Ты докачана. Тут нет, ну тут вот это можно, и вот это. Побольше денег за Магуаев получить. Тут тоже нужно взять, и тоже, да, на всякий случай. А тут что сделать? Да хз, что тут можно сделать-то? Реально, я тут, да, кач... Ну ладно, что тут сделать-то, блядь? Я не знаю, что будет дальше просто, и как бы нет смысла. Но этого убьют рано или поздно. Ну что, как бы, да? А, так даже, да. Надо тогда следить. А то какая-нибудь овца пройдет, будет обидно. Хуя себе вас там, блядь. Так не зря я вкачал, кстати, да, плюс одну ногу. Будем называть это ногой, но они же с ноги, да, прописывают. Так, вот тут пойдут драк. Это три головы, да, и... Ага, три будет. А, ага, ага, понятно, блядь. Ну тут типа ты иди тогда туда. Тут-то есть хоть что-то. Бля. А да-да, качать вот эту херню по-любому. Денег-то только нет уже, нахуй. Тут так... Не, миска не сработает по-любому. Давай там кто-нибудь. Превратил кого-то? А кого, блядь? Бля, я хуй знает, как тут... Control your body. Денег-то нету, блядь. Ой, бля, повезет, не повезет, хуй знает. Одной, да, будет забирать. Ну, я хуй знает, как с этим бороться, вот если честно, так вот, блядь, да? На вскидку, блядь. Ж не дотянется, нет, конечно, не дотянется, блядь. Охренеть просто, да? Это что такое, блядь? Дай. Просто жесть. Да иди нахер, короче, задолбало, блядь. Выкинет сначала, потом зайти не может, блядь. Как у меня первая серия, то есть первая часть была. Не, а, ну да, все правильно. Хотел выйти нажать. Хотел это, во-первых, герой говна опять кусок. Вот просто, да? Абсолютное говнище. Но он хоть прокачался чуть-чуть. Чё? Ну, хорошо. Ну, блядь. Ну, они не станятся, я это понял. Их не потанкуешь, на них нужен сильный урон. Тебя взять? А давайте возьмем, да. Драконов-то нельзя, не разрешает мне играть драконами. И башенки, 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 конечно. Что я просто взял, думал, ну, блядь, потещу, да кан... Потестил, блин. Мне нужен сильный, мощный урон. И недорогой. Вот это запросы у тебя, да, скажите? Ну вот эти точно будут за место вот этих вот 100%.
потому что, ну, блядь, вот что за место это? Красный кристалл, и сказать, да пошли вы, себе возьму я красный кристалл. Насколько вот это эффективнее, например, вот этой, да, вещи? Да, насильно, если вкачать, возможно. Да хер его знает. Да не знаю, насколько она эффективнее, если честно. Они быстро бьют, станят. Но они эти не станятся, эти мерзости, блядь. Это сильно... А, вот это сильно бьет, но она не та, нет такой ауешности, как у вот этой штуки. Вот это сильно бьет, редко, но она ауешит, ну не так сильно, конечно, но тем не менее. Плюс метеоры, да, будут прилетать. И чё, у меня все равно сверху, блядь, негде их ставить. Там две башенки можно поставить. Каких только вот, блядь. Две таких. Ну там еще третью можно было поставить. Так, блядь, там никто не идет, в том-то и дело, что. Вся проблема-то в этом. Сука. Ну. Попробуем, вдруг она пригодится. Все равно ведьмы не нужны здесь вообще от слова совсем. Хотя если бы я ведьм вкачал и взял им скилл, да, на лягушек, то они были бы полезнее на самом деле. Тут очень мало идет больших гигантов. А так бы они бы еще полезны были бы всегда. Ой, не. А сколько... Тут не написано, сколько, блядь, что стоит. Вот это самое тупое. So you wanna play with magic? Ладно, тупо сделаю, наверное, возможно. А возможно нет, возможно все будет сейчас тип-топ. Но тут мы так же делаем. Может это попробовать? Да не. Или попробовать? Да не, надо... А, вот так вот. Я не взял... А что я взял тогда? А, вот что, куда я поменял, понял. Expand your senses. Эти долбаные драконы, они вообще драконы, блин. Они еще и не драконы, к тому же. Самое обидное в этом всем. Может не брать деньги, может не имеет смысла. Сверху вообще мало мобов. А вот этих больших, ну блин. Да, не буду брать. И... О, там, кстати. Там, да, будет перспективней, реально. Тут еще же трое у него этих. Они тоже дамажат. Так, давай, поехали. Ой, я хуйню-то сделал, да? Control your body. Expand your senses. А, не хватало, если без этого вот так вот три вкачать. Не знал. И тут надо по-любому вот этих. Они хотя бы могут стрелять по драконам. Эти рыцари просто вот так вот мимо так. Красиво, карнавал. Чтоб одного убить. Ну, блять. На что мы не пойдем ради того, чтобы убить одного, да? Блять, 120. А ну та 110 начинала, да? Стоить начинала. Так, этих пока не буду качать. А, там же сейчас этим, да, и похер, в общем-то. Тогда мы так же все делаем, только другие башенки. Да, я тут хочу это прокачать. А это, кстати, а это сотка, а та 110 стоила. Они бесшумно стреляют, да, вы заметили? У них эти... бесшумные винтовки просто. Прям спецназ местный. Так, вот сюда иди, там справятся. А вы-то, они пришли, да? Около танка встали, да? Молодцы какие. Так, ну это мы не будем тентаклями. У нас их и нет, если что. Ну даже если бы хотели, не стали бы, ладно. Ебать. Реально, да? Как жестко отличаются герои все-таки в этой игре. Прям вот кардинально нахрен. По урону это просто тот, у того ни урона, ни контроля, ничего нету просто. Тут-то смотрите, да, они дойти не могут, блядь.
Это жесть, конечно. Swift as a coursing river. Да, у этой, конечно, башенки есть один минус. Она их на вот. Ну да. У этой башенки много минусов. Go, go, go! Target locked! This might sting! Так, я взял станы, да, я взял. Подстанем, но она очень медленная. Но нам нужно от нее лягушки на самом деле, вот этих, чтобы контролить. Пуепутал. И давай сразу наверх иди. А могла. Ну будут, да. О, здрасте-кста. 250, а там 230, да, она была? Ага. Я тут разброс урона, да? Прям пиздануться. We'll get you, my pretty. Ничего. Чпокс. О, застанило. Ага, он кастовать не смог. Ну, полезно, кстати, да? Хуя себе, блядь. Поражает, конечно. Просто, блядь. Бля, чуть не пропустил. Засмотрелся. 250. А, ну я этих сейчас скачал, чтобы они хоть как-то постояли. Ну там справятся. А, вот так вот, ну просто. А давай-ка. А, нет, 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 там же сейчас три мага пойдут. Можно 250, пожалуйста. Спасибо, ничего себе. 195 тоже, да, не так дорого стоит. О, стоит, ждет. Во, блядь, ну реально, он еще, он даже выйти не успел, у него уже минус половину хп, блядь. А тот бы что мог сделать вот за это время? И, сука, еще и стан в этой луже дали. Эти-то вообще не пройдут эту лужу никогда. Это что такое? Позывает тем, который на 10 секунд стреляет, замучает всех врагов вокруг него. Да не, нахуй. Увеличит дальность передвижения. Ну, тоже нафиг не нужно. Вот только вот это, собственно, мне и нужно. Причем, как бы, небольшое количество мне их нужно. Все? Так, иди сюда, драконы. А, не, нианы пошли. Так, тут я брал... А нахуй? Тратить деньги, а потом драконы пойдут. Не, надо брать. Мне тут танковать так-то неким. Ну, у меня зато вот этот скилл теперь есть. Он пожестче тентаклей-то. Тентакли красивые, да, споров нет. А этот эффективный, да? Бля. Да я, даже не нужен мне этот скилл. Ну да, ну насколько жестко отличаются герои просто, да? Вот насколько. Вот что-то... Я понимаю, что тот не вкачан, но он бы все равно такой эффективности бы не дал. Тут у меня скапливались все это время, а тут они дохнут и подходят новые. Жесть. Bow and blade. Ну все, блядь. Так, вот сейчас пойдут драконы. И он явно будет на них эффективнее. Хотя скилла сейчас нету. Так, у меня денег есть. Вот это возьмем. Вот это, ну, могло бы пригодиться. Они не станятся, так что нет какой-то особой, да? Нужды в этом нету. Тут мы вкачали лягушек. Надо, ну потом, не сейчас. Давай уже, иди, что я не нажимаю-то? Я забыл. Я так в последнее время давно уже не нажимал эту кнопку, блин. Чтобы волну пустить. Вот тут-то, да, сделать? Как раз пока дойдет до туда. Не-не-не. Надо было это. Больше. Мне вообще почти не надамажило. Во! Нет слов просто.
Вот вообще нету. Ого. А, я думал, будет так же опять. Надо, кстати, было. Ну, я проверял там. Так, тут няны, тут верхом колдуны. Да, с колдунами все нормально. Так, тогда, ну тут мы справимся вообще без Б просто. А колдунов мы вообще трогать не будем. Мы сейчас что будем делать? Мы сейчас вот это вкачаем, да? Вот. Сверху мы танком, а тут у нас просто... И вот тут мы еще должны будем вкачать что-то. А тут еще тарелка есть. Ну таких же, наверное, да, вкачивать надо. Что еще там вкачивать, я даже не знаю. Блять, ну ладно, потратил и потратил, что. Это надо тратить тут. Магвай, магвай. Во, кстати, правильно, да, что потратил? Кстати, я, блядь, зря, наверное, нажал-то. Надо было сначала с этими, да, справиться. Наверное. А, блядь. Пестикс-то. Сколько там КД-то? Не помню. Swift has a course. Бля, надо было потом качать. Ой, ты тоже, да, пошла? Ours is your last breath. О, она станет, кстати, да? Оле, бля, иди наверх, ты чё? И тут надо что-то... Я хотел, да, вот это проверить, кстати. Блять, а тут ничего не... А ну они тут справятся, кстати. Вообще 100%. Плюс скиллы, плюс все. Интересно, а воду зацепят? Да, вот зацепило. О, а кто должен скилл откатиться? А тут-то, короче, не пропускают. Давай, давай, скилл уже. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну я еще, конечно, не прошел это, да? Фу, блядь. Так это было сложно. Ну я-то еще не пройден. Ну у меня там миска, как бы я не сыкую. Нормас, блядь. Все, не пропустите. Не, не пропустите. О, жабка. Бля. Так, не понял, блядь, это как получилось так. Надо вам скиллы уже скачать, а вам, да? До максимума. Не, пока не буду скилл качать. Что тут? Ну, это херня. О, 8 магов. Вот это уже не херня.
Вот это уже жестко, я бы сказал. Тогда я тут хочу, что... Вот это я тут сделаю все-таки. Да-да-да, вот так вот. Угу. Ну, понятное дело, ты туда идешь. Снизу-то как-то справимся. Я думаю, всякие лягушки будут. Куюшки там, вон, дамажушки там. Ну, все будет, короче. Так, лягушку. А, тут добьет, да? А тут вот так вот сделаем. Блять, насколько же герой решает, да? Блять, думать о нем вообще нет смысла. Он брет тут, блин. 10 раз, это 11-я волна. А давайте вот так вот сделаем, да? Пусть ходят там, блять. Что дальше-то будет? Покажите, что ли? Я хоть узнаю. Колдун, Магвай. Магвай, не... Ага, Ниан. Униан, короче. Много Мадваев, много говна. Много всего. Тогда здесь мы делаем... Не, вот здесь мы такое вот делаем, да? Вот тут вот они будут стоять. На самой писечке, да, вы стоите? Ну все, поехали. Так, тут мы потом еще... Ну не сейчас, да. Пока там никто не идет, зачем там что-либо качать? Снизу эти мудаки пойдут. Все верно. Тогда мне нужно тут что-то тоже сделать, да? А тут, кстати, было бабку делать, да? Ну да, это было бы перспективнее, скажем так. Бля. Что-то сделать. Тоже скелетов так вот пустить. Хуй знает. Тут мы сможем что-то сделать. Тут еще этот будет же дамажить, да? Ну вы, короче, тогда вот сюда идите. А ты как бы, тобой видно вообще радиус? Справляются. Блять, нахуя вы запустили там? Вообще отлично. Главное, чтобы сейчас лягушек, да, в этих не превращали. Сука. Там скелеты ходят, там уже по три ходят. Да хуйня, он не пройдет, блять. Ну это чё, не. А, даже вот так. Чё тут? Драконы опять, древний маг Ниан. Ну, блять, тут танковать неким, да? Вот так вот, да, сделаем? Угу. Тут драконы-то это не страшно. В общем-то, тут у меня этот герой есть. Есть скиллы все, какие нужно. Ну, скиллы-то я буду, скорее всего, сюда сливать. Он, кстати, да, мага-то разносит, смотрите, меня. Блять, на воде, да, с ним сражаются? Надо по-любому вкачивать. Нормас вообще. Ага, одного хоть забрали, и то ладно, блядь. Я не посмотрел, что там сверху будет. Фу, блядь, справились. Нихера себе. И тут справились. Ничего себе, блядь.
А сверху чисто, да, такая жопа идет. Давайте. Ой, денег-то, денег. Это 14-я волна. О, добится. Кто бы сомневался, кто бы сомневался. Тут у нас все вкачано. Не знаю, ну тут пока нечего. Тут тоже как бы похер. Это не пройдет. Это точно не пройдет. Что-то тут может еще побежать, но мы успеем наверное вкачать, да? Вот, блядь, идет. Стрязи с моим скелетосом. Дорогая. Так, дракон. Угу. Это, они длиннее типа будут, что ли? Магвай 40. Колдун. Ой, колдуны сверху пойдут. А ты давай. А снизу, да, ну тебе похер как бы. Тут тогда справится. Вы же, да, там все. И сверху драконы пойдут. Что-то я не заметил, блядь. Или только сверху и пойдут они. Тогда, ну тут тоже, да, все вроде нормально. А, тут верховные жрецы вот эти вот пойдут. Точно, блядь. У вас скачано, да, все? Да, у вас скачано все. И жрец. Блядь. Так чисто носик, чтобы задеть его, что ли? Просто, блядь, да? Тут-то... Да блять, качайся ты! Блять, зачем? Так, ну нормально туда все. То есть он не забирает все, да? Так, а ты-то что там сверху делаешь все это время, блядь? А сука, чашка была, блядь. А вы где были-то, блядь, все это время? Ну все. Двадцаточка, 100%. Кто, блядь, шаманы зарешали, Если бы не шаманы, вообще бы ничего не получилось. Согласны, да? Это шаманы все порешали. Конечно, блядь. Я бы без шаманок и без бабок бы вообще сделать бы ничего не смог. Ну то... Дьюнь-юнь. Дракон новый подъехал. Здравствуйте, Дьюнь-юнь. Ну хоть новый герой, блин, хоть пощупать его. Новый герой. Дьюнь-юнь. Согласно легендам, тысячи лет тому назад два могущественных дракона решили сразиться, чтобы определить, кто из них лучший. Проигравший дракон был заточен в волшебную реликвию, однако совсем недавно он был освобожден. Победивший в той битве дракон по имени Дьюнь-юнь был вынужден вернуться, чтобы вновь показать, кто здесь лучший. Лучше, что у тебя за ульта? Призывает молниеносного змея, который выстреливает до 5 зарядов божественной силы, каждый из которых наносит 150 единиц урона. Кому? В какой-то области до 10 зарядов. Ага, интересно. Тут что такое? Дюнь-юн бьет по земле и создает волну, и оглушая врагов на 2 секунды. Станчик, это хорошо. Дюнь-юнь. И все, опять, да? Вот, они, короче, вот тут закончили писать кдшки. Забили, короче. Да потом, да нахуй надо. Нахуй эти кдшки писать. Да нахуй им это знать вообще. Бесполезная абсолютно, я считаю, информация, да? Да, Дюнь вызывает дождь, который инсталяет группу союзников на 45 хилков. Я не... Количество ударов молнии, которые Дюнь может бить врагов, увеличивается на 1.
Удар молнии заряжает статический заряд в облаках, вызывая вспышку божественной молнии, которая поражает врага и отскакивает на трех других... к трем другим противникам, нанося 30 единиц. Все, блядь, сложного. Тоже ауешишь. Они все, кстати, драконы, вы заметили, ауешат. Кроме вот, блядь, Берисада. Берисаду не повезло с ауе. Когда рядом с Дьюн... А может, повезло? А что? А, он золото, да. Он про золото, точно. Когда рядом с Дюньюнем умирает существо, появляется фонарь Кунми. Он устремляет в небо и взрывается спустя несколько секунд, оставляя после себя 1 единиц золота. А, то есть ты тоже про золото все-таки. А, кстати, что мы тебя не выбрали-то? Ну? Ну, по всей видимости, вот это в первую очередь накач. Это что? Истан. Это не тамажит. Количество ударов молния, которое один не может бить. А, это типа больше. Это сильнее АОЕ и больше. И тут еще плюс. Не понял. Ну, давайте сначала вот это вкачаем, а потом... Ну, короче, увидим сейчас все, да? Дюнь-юнь. Ну, бабки показали себя. Бабки молодцы. Давайте вернем, пожалуйста. А это уже с боссом, что ли? Следующая, да, катка? Ну, походу, да. Ну, ну да, куда тут дальше-то? В пустыню, что ли? А, подождите, а если... Это 2... А, ну да, она 25-я, все верно. То есть я тут... А тут 26. То есть я типа считать просто не умею. И поэтому удивился. А, понятно. Ну, бывает. С кем не бывает? Что, все умеете считать, что ли? Ну, вы тогда молодцы. Так. Ну, вот, вот это, да? Давно мы не игрались, а давайте хоть экспериментировать. А почему? А, ну да, тут в любом случае нужна сила дракона. А, нет, мы, короче, эти же делаем, точно. Мы же... Испыташки. Мы главные по испыташкам. А сколько там было еще раз, блядь? А, ну попробую, если не пройду, не буду длинную серию делать, не буду это, упариваться сейчас. Сегодня, кстати, у меня уже 29 число, но никаких обновлений еще не выходило с продолжением. Ну, как видите, да, вот, как бы... Ничего нового нету. Нету, да. Ждем, ждем-с. Ну, у меня 29-е, у меня, это по Екатеринбургу, да, это час 18, в Москве еще даже нет, а в Забугорщине, так там вообще как бы. Так что, скорее всего, у нас появится, у меня появится только 30-го это обновление. Да-да-да, где-то так, я думаю. Чем ты там палил? О, и так ты победил жалких линерейцев, да, но теперь тебе придется сразиться с самим богом моря или грома или чего, я не прочитал это слово, бог так бог, что. Так, это по воде еще кто-то будет идти, я правильно понимаю? Походу. Будет фейерверк? Здрасте, статуя. Вот, тут будет, кстати, фейерверк. А вот еще. О, я так и знал. Запустите все фейерверки. Есть какой-нибудь еще? Камушек какой-нибудь поднять там? Это же дом нефритового этой, нет? Нефритового стержня. Ой, ты в облачках летаешь. Ебать ты быстрый. Окей. А, еще вот отсюда будут идти сюда, да? Угу. Ну или сюда вот так. Ну, короче, не по... Еще отсюда будут идти. Вот так вот, вот так вот. Вау. Херасе. А ты что, тебя опять не туда потрогать, чтобы узнать, какой ты? Почему я пришел сюда? Объясните мне, блядь. Я должен был испыташки делать. Ну, мы посмотрели, да, узнали, сделали ачивку. Ниан, Ниан, Униан. Так, ну ладно. Ну, ты тогда иди сюда. Денег у нас косарь 600. Я вот думаю, насколько тут нужны вот эти вот. Они их станет, да, это плюс. А у Ниана в защите... Сука. Я приплыла. Я прилетел, хозяин. Ух.
Ладно, хоть прилетел. Мог и не прилететь. Ну, вообще, на самом деле, лучше тут, да, дев держать. Но тут же будут всякие магваи по-любому, да? Ну, давайте начнем отсюда. А потом уже... Да, блядь, no теперь gods, ты загораживаешь мне. Сука. Я буду тебя обожать, я тебе отвечаю. Может, все-таки да, через эту сыграть опять, Джеш? Как-никак. Она убивает? Да нихера она. Ну, она по магваям, в любом случае, ее надо брать. И тут... Нет, вот тут, наверное, да, лучше? Ну да, вообще вот тут лучше. Да-да-да. Я вот думаю, этих взять или вот этих? Вот этих возьмем, да. Не-не-не, вот тут мы их возьмем, смотрите, да? Как мы жестко сейчас сделаем. Вот так вот, да? А тут потом возьмем вот этих вот. И у нас будет тут еще как бы и это, и стрелять, и вообще сильно, короче, будет, я считаю. А тут мы возьмем сейчас вот этих вот. Типа... Да-да-да, да-да, точно, точно. Давай, поехали. И он у нас типа будет сильным. Просто бьет. А ты сам что, просто висишь в воздухе? Это какая-то... А, это дракончик, который пулякает. Нихуя себе, блин. А ты что делаешь-то вообще? Для чего ты нужен? Объясни. Блядь, на воде что ли, да? Ну, типа, ты еще очень мало бьешь, да, у тебя там 11-12. И сука, да? Весело у нас тут, блядь. Он еще подстанивает, да? О! Первый раз вижу, как ты это делаешь. Не, ну красиво, споров нет. Эй, сучка. Блять, как долго ты отлипаешь, интересно? Чё тут, магваи? Магваи, понятно, чё, блять. Чё ещё от этой жизни ждать, кроме магваев? О, откатилась, пускай идут. Ну, блять, ну хотя ладно, да. Я не понимаю, как... А ты вообще качаешься? Нет, говорит, зачем? А, ну то есть вот так вот вы решили, да, со мной поступить, блин? Сука. Ой, блядь. No gods, just me. Swift as a coursing river. А, не превратились? А, как мы его обманули, да? А, ты туда лети. Однозначно, блядь. Ну я надеюсь, что, блядь, сейчас как она откатится. Ну все уже, да? Насрать. Ну, может быть, еще и не насрать, конечно. Find your center. О, убили, блядь. Ничего, ни о чем не говорит, конечно. Сейчас тут пройдет челюсть, блядь. Expand your senses. Look at the sky. Any last words? Meaningless pain.
Ну, ладно, стоим. Тут на воде вообще почти большая часть убивается. Хуя себе! Вы стояли, блядь. Смогли, сдюжили. Что тут? Дракон, колдун. Понятно, блядь. Типа есть какой-то очень легкий способ их убивать, что ли? Я чуть ничего не понимаю, блядь. Расскажите мне о нем, я пока его не знаю. Too slow. Bow and blade. Swift as a coursing river. Ну тут что-то есть, да? Ну тут можно миску из... Сверху-то по-любому нужен дамаг. Вот вообще, 200%. А ты должен будешь лететь все время с ними? А вы можете куда-нибудь съебаться вот сюда вот? И дать им троем пройти прям вот. Чтобы на вас внимания не обращали. Вот да, их собрать вместе всех. А ты там все еще стоишь, нихуя себе. Их типа много может быть? Или это просто глюк какой-то? Bow and blade. То есть нет, да? Нельзя так сделать, блядь. А, нет, можно. Swift as a coursing river. Ну, пока, да? Пока нормас. Пока можем. Ours is your last breath. А этот, блядь, без разницы. Пока до какой-то миски дойдет. Магвай. Не, ну. Ну тут-то все. Тут уже, блядь, без Б. Бошку убили, да? Так, вот это я хотел, да, тут делать. Ой, бля. No gods. Just the sky will turn dark. I am the law. Any last words? Look at the sky. Meaningless pain. No gods. Я не хочу просто тратить миску. Пригодится. И, блядь. I am the law. Так, это пятая волна. Ну тут справляются. Там еще эти стоят. Да, дядя. Вы же убьете, да? Мы можем вам доверять? Блядь. А! Ладно, лети туда. Ну, кстати, вообще нормально с ними, да, расправляется. Фонарики просто. Что тут будет? Ну, дракон кто? Магвай, Ниан, дракон. Ну, понятно. Так, вот этих мы сейчас сделаем, да, чтобы... Ага, вот так вот было, да. Вот сюда, значит, тебе нужно идти. Там сверху плюс-минус справится, да? Тут у нас одна миска есть. Meaningless pain. Let's make some kebabs. Так, тут бы нам тоже, no да, что-то gods. Вкачать такое, чтобы по драконам хуярило, блядь. Давай. I am the law. А, денег-то нету, да? Чай в любом случае лучше так.
вот этих. Бля. Ours is your last breath. Он вроде справляется пока. Тут у нас есть одна миска. Вот тут справляется. Да, 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 тут справится. Не-не, нормас, нормас. Сейчас мы тут еще что-то сделаем, да, такое жесткое. Прям вот такое вот. А тут драконище, да, справится? Да-да-да. Даже без вкачанного. А тут у нас еще и миска есть. Отлично. Вот этих сейчас убьем, да? Все, я тут не нужен уже. А того миска, если что. А тут сейчас дракон поможет. И это все, это последнее. Шоп-шоп-шоп-шоп-шоп. Я налечу. Они, кстати, больше, я понял, да. Там, когда написано, один это голова, а второй это, короче, сколько будет в голове. И нужно поделить на то количество, сколько голов, чтобы понять, сколько будет. То есть даже так, да? Ours is your last breath. Meaningless pain. А ну вот, да, почему так париться, да? Выдала мне денег, ну. Я долечу. Я, короче, даже уровня, да, я не вкачал, я как понимаю. Интересно, а почему так? Он типа, он не сам дамажит, что ли? Ну реально, вы смотрите, да, по уровню. Он типа, это у него не сам он дамажит? Заряжая статически, вызывая вспышку божественный мок, который... Ну окей, это... А, ну вот тут, если взял бы, может, я бы еще и хилил бы, да, и как-то, типа, подкачивался больше. Ну я хуй знает, да, вот просто. Интересно, блин. То есть это даже не он, да? То есть дамажит. Это дамажит как бы в области, в каком-то, где он находится. Как, он как башенка, он как реальная башенка. Только которая может передвигаться. Ну давайте попробуем. Тут не такая сложная должна быть. Ой-ой, интересненько. Так, тут что у нас? Оу! Уяси. Даже не знаю, как будет лучше. Ну, давайте попробуем вот так вот. Сколько тут будет? Да и хуй знает, сколько будет, да? Just me. Spin me around. Ну хотя вот тут было наверное делать, да? Ну ладно, пока так. Смотрим. Просто, блядь. I am the law. Any last words? Есть какие-то жесткие, а есть не жесткие, что ли? Чуть я не рубанул, блядь. Ну, он много, да, хп. А чё так разорвалось-то я, братишка, блядь? Ну, понятно, да, блядь. Ну, тогда лети сюда. Всё же, как бы. Там хоть, блядь, что-то, да, есть. Там типа может, во, да, вот эту штуку. Я про нее говорил. И знать бы, куда ты пойдешь, если наверх, то тогда все нормально. Если нет, то, блядь, нихуя не все нормально. Бля, как так-то? Так, ты не станешь, не нужно, да? Any last words?
Ага, ты вот сверху пошел, мерзота такая, да? No gods, just me. Не-не, ты сюда лети, сюда-сюда. Ну это, блядь, я хуй знаю, как ту штуку пробить, блядь. Это мы сейчас, да, скушаем. А ты откатилась, кстати, да? Блядь! Ни хера себе, блядь. Ну, не подходит он, конечно, сюда, потому что он не вкачан в целом. Потом его докачаем, возьмем. За кого вы меня там? Ну, давайте вот этого, да, возьмем еще раз. Тут надо просто 10-й герой по-любому на эту... Эти, блядь, драконы, они пиздец какие сложные. Но я понял, как нужно. Ну, во-первых, ты... Едь сюда. Рих, вот тут надо было сначала делать. Угу. Давай, поехали. Вот этих на 100% мисками просто вот. Тут до, вот эти две волны должно убиваться каким-то образом. Ну понятно каким, блин. Вот таким вот. Так вот, да, блядь. Денег они еще мало так дают. Наверное, первого бы я смог бы, да, миской убить. Up, boys. Ready to rumble. This might stay. Так, этого скилл сольем. Этого мы миской по-любому сольем. Да ты что там делаешь сверху-то? Так, этого убью. Ага. Масс. Так, это да, тоже скиллом сливаем. Вот это мы вот этим скиллом сливаем. То есть не скил, это мы сливаем этим, да-да-да, блядь. Да ты заебал за ними бегать, блядь. Может, как бы нет смысла брать скиллы, а в следующий раз пробую без скиллов, просто это дорого так-то стоит. Ага, убили, смогли, сумели. Тут вообще урон почти не получили. Я надеюсь, сейчас миска откатит. Не, да-да-да. Ой, бля, нихуя там идут товарищи, да? Не откатывается, да, миска, блядь? Сука. Ну это понятно, на чё игра, блядь. Ну поздно всё. Не.
Но тут-то можно еще было как-то, да? Вот так вот сделать. Ну я понял, да. Не надо скиллы качать, в работе скиллы. Пробовать без скиллов. Сверху. Не, сверху он будет. Пока сверху не надо. Главное снизу сейчас вот эти вот. Да-да-да. И вот один сверху, поехали. Да-да-да. Можно, но... Попробуем без скилла. Ну, я боюсь, что улей-то как бы дамажит сильно, споров нет, но он очень редко его кидает. Ну, хотя в каждого дракона прилетал, по факту, как раз. Ну, а, он ауешит. Вот тут может скорее. Сколько он нужен, блядь? Лети сюда. Лети, говори, сюда. А он же, да, смотрите, блядь. Съедают? Небольших-то, блядь. Вообще нормально. Так, вот за этим надо главное следить. Ты же наверх пойдешь? Да, ты молодец. Ты большие пошли. Большие жестче. И сложнее, естественно. И вниз, ты вот эту миску монтят, а ты сдохнешь. Нет, того убьют, да, того же этот убьет. Не будем на него, вот на это надо. А убили, что ли, реально? А как? Что-то я не заметил, как убили. Вы, да-да-да, на тебя тут сольем. О, убили, опять же. Так, это да, это на миску идет. Товарищ, претендент на миску. Вот это мы сольем. Убьем, точнее. Ага. Так, это тоже можно миской. А это уже как бы убивать. Я не знаю, я бы лучше убил. Есть больше шансов убить, чем миску потратить. Да, там смотрите, как хуета идет. Куда она пойдет? Так, вот сюда иди, лети сюда. Нет, тут нормально все. Блять. Не-не-не. Вот тут надо сейчас. Вот это да. А вот это вот так вот. Блять, убивайте по... О, молодец! Танчик, блять, красавчик. Танчик, красавчик. И не вспотел, блядь. Весело. У вас это иногда они забавные. Вот, ну, это на том же уровне, на что он был в Ориджине, да? Ориджин же третья часть с этими с кроликами. Как они меня бесили, эта миссия с кроликами. Вообще, сука. Ну, в то же время, да, очень даже забавная была.
Дали. И чё вот? Ну, дали и дали. Но он не качается. Он 10 уровня-то будет интересным, наверное, да? Когда он будет 10 уровня, да? Выстреливает 10 зарядов. Я понял, почему они стояли. Они выстрелили не все заряды. И пока он, типа, не выстрелит все, он будет стоять. Ура, как он работает. Прикольно, кстати. Тоже неплохо, но... Ну, да. Его на, ну, пока он не вкачан, он не интересен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!